Наша страна в минувшие выходные отметила День России. Праздничные мероприятия прошли и в Верхней Волжье, в том числе и в Твери. На основных городских площадках были организованы концертные программы и спортивные состязания. Поднятие государственного флага России на площади Славы – одна из неизменных традиций этого дня. Сразу после церемонии открытия здесь же начался фестиваль легкой атлетики. Тверь в четвертый раз принимала эти состязания. В дисциплинах прыжок в длину и прыжок в шестом соревновались 28 профессиональных спортсменов из России и Белоруссии. Большая праздничная программа с конкурсами, розыгрышами, мастер-классами была организована в городском саду. Здесь же любой желающий мог присоединиться к плетению маскировочных сетей, которые затем направят в зону проведения спецоперации. Прихожане храма в честь иконы Божьей Матери «Неубиваемая чаша» вместе с волонтерами показывали жителям, как плетется сеть. Мы берем ленту, привязываем двумя бантиками к сетке. Далее включаем фантазию, и рисунки не должны повторяться, они должны быть хаотичными. По прямой не должно быть больше 5-6 клеток. Мы показываем, обучаем. Может быть, кто-то будет приходить к нам в храм и тоже помогать плести эти сети. Потребность очень большая, и поэтому решили привлечь как можно побольше народу. Люди будут приходить и тоже помогать нам. Познавательные программы, уроки патриотизма, мастер-классы и конкурсы, приуроченные ко Дню России, также прошли 12 июня во многих городских библиотеках и клубах.